Чехия стягивает войска к границе с Австрией. Основная задача – более чем 600 военных в случае необходимости прийти на помощь полицейским на пропускных пунктах, через которые идет многотысячный поток беженцев. К тому же им поручено патрулировать пешие переходы и велодорожки, пролегающие через леса. Тем временем Совет Безопасности ООН разрешил применять силовые меры против судов, занимающихся нелегальной перевозкой в Средиземном море выходцев из Африки и Ближнего Востока. Резолюцию, рассчитанную на год, приняли практически единогласно. Она предусматривает досмотр подозрительных кораблей и в случае нарушений задержания и арест владельцев.